в США не доверяют данным РФ об учениях «Запад-2017». Главком войск США в Европе не поверил данным России о предстоящих учениях в Беларуси. Командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что у него нет оснований верить информации о масштабах учений «Запад-2017», предоставленной российской стороной, передает Делфи. «Русские не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят», отметил Ходжес на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Караблисом. По его словам, Москве следует пригласить представителей СМИ на учения, как это делают в Литве, Германии и США. Генерал подчеркнул, что уверен в сдерживающих силах НАТО в регионе, но обязан сохранять бдительность. Ранее российская сторона сообщила, что общая численность личного состава, участвующего в учении, около 12700 военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10-2 тысяч человек, от Беларуси чуть более 7 тысяч, от России около 3370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов. Напомним, российские военные учения «Запад-2017» в Беларуси запланированы на сентябрь. Союзники США в Восточной Европе и Украине опасаются, что они могут оказаться троянским конем, с помощью которого Россия оставит там военную технику. В Генштабе назвали цель учений РФ в Беларуси. По материалам сайта newsgro.com.